Дима, надеюсь, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Круг подтвердил правила игры? Да, самое главное — захватить ядерное оружие, чтобы это не случилось. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но ты что знаешь, чего он хочет в этой сегодня своей цели. Дима, ты помнишь, что не раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы люди осознали, какого здесь мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. Потом вверх по лестнице. Влево. Давай,
сидели. Положение соблюдателей. Топор лично, сообщи расположение факела. Прием. Основной торговый этаж вот сюда. Торговый этаж вот сюда. Мы должны держать его в достижимом радиусе. Он покидает здание!
дорогой, ну чего ты? Ну ё-моё, шевели! Быстрее, двигай! Нет, я...